забрать надо уже. Thank you.
уже и компьютерами. И надеюсь, многие из вас вместе с аттестатом получат еще и такой документ, который свидетельствует о том, что вы получили питание оператора, пользователя ЭВМ и начальника программиста. Вам тоже предстоит сдавать сложный экзамен. И на ваши экзамены тоже приходит районная независимая комиссия. Желаю вам успеха. Ни путай, ни пирай. Спасибо, поздравляю!
И убирается прямо в небосвод.
Что?
моих обязанностей педагога видения, директора знания, скоро писание со шпаргалом, актерское мастерство при опоздании, основы медицинских знаний при объяснении прогулок, лекции пересеченной местности, отдача, мрак по сну, азбука морды на экзамене и считается переходной в студенческой жизни. Успехов,
неудач, а если на вашем пути встретятся неудачи, то я надеюсь, что у вас достанет силы и мужество преодолеть их, потому что жизнь не бывает из одних удач. Итак, я вам желаю большой радости, счастья и успехов. Спасибо. Первый урок — история.
Эд? Yeah.
сказал вам прощание, настал раз отвечать. Тревожное молчание, как в самый первый раз. Нам суждено расстаться, навсегда. Судьбой нам не трактовать позади года. Оно приедение, и наши юные глаза друг друга напоминают, хоть и не страшно. Нас предупреждает чувство радости и благодарности. Радости, потому что мы закончили наш первый образовательный рубеж. Благодарности за то, что нам помогли преодолеть такой сложный, такой прекрасный марафон. Нашим педагогам было не легче, а порой труднее, чем нам. Ведь они сдавали свой экзамен, они организовывали новый тип авторской школы, в которой мы останемся первым выпускниками музыкального класса. Мы благодарим всех наших дорогих учителей и хотим сказать им спасибо! Все стало самым благодарящим, но кто-то будет большой.
конечно, а кто-то может быть рядовым учителем музыки. Так вот, если у вас будут звезды, то, пожалуйста, не задавайте. Это первое правило, чтобы вас любили и уважали. А если вы поверите в связку, то что ж, надо решать свою страшку. Это бывает завтра, но после связки поступает тоже хороший период. Поэтому я вам желаю хорошего поступления, хорошего успеха, дальнейшего хорошего образования, чтобы вы нас не забывали, чтобы вы к нам приходили. Может быть, когда-нибудь мы с вами еще встретимся на каких-нибудь. Итак, добрый путь. Задайте экзамен, кончик. Еще будут другие, уже так и еще. Вот здесь я желаю, чтобы все, обязательно все, достигли, обязательно достигли, и обязательно были не только музыканты в профессии, но и музыканты в профессии. Очень горько с вами разговаривать. Очень жаль, что я сейчас понимаю, что это происходит. Но это может быть даже хорошо, что вы закончили школу. Впереди у вас более радостные, более лучшие успехи. Я вам желаю чуда. Маргарита Васильевна и Нина Борисовна, за то замечательное начинание, которого вы все это ведете, за здоровье, за растрату здоровья, за терпение, за мужество, которое хватило вам для того, чтобы довести вот эти два года до вот этого сегодняшнего дня. Я хочу попросить вас прощения от лица родителей, от лица девочек, за те маленькие неприятности, которые, к сожалению, они и мы вам доставляли иногда, но без этого вы понимаете, наверное, ничего не бывает. И вы видели сегодня, как искренне они вас любят, как они благодарны вам, и никогда в жизни не дам. У вас будет еще, конечно, много выпусков, но вот это, наверное, будет первый, единственный, я думаю, не повторимый. Спасибо вам большое.
вроде, так сказать, короче, ну, проваливает, проваливает. Значит так, война с храмом, золотым, а Тарас берет вечер, едет в сечи и начал сечь. В общем, самый трудный час сильно ранен был Тарас. И погиб от пульки, посмотрел от раз, не так, как... Ульба. Когда что? Когда тигр сверкает глазами. Убегать немедленно причем. Как можно быстрее сверкать пятки. Я всегда прав. Иван Александрович. В общем-то да, но робот еще окостевший квадрат. Как вы думаете, нет, как тут знать, чем питались древние? Мы узнаем о их еде по консервным планам.
Как вы думаете, какой вид спорта предпочитает 11-й Б-класс? Волейбол. Нет, подтягивание. Как первобытные люди спасались от холода? Как знаю. Они обрастали шерстью. Правильно. Ну, в общем-то, процессор — это груда ненужного металла. Как вы думаете, почему влюбленные говорят о французском языке? Чтобы наоборот, не понятно. Из 11-го Б немножко девчонки, и поэтому...
Пускай, пускай.